хорошо наблюдает это красивейшее на поле Жуковского массовое объединение любителей авиации сегодня, дорогие друзья, праздник и ваши аплодисменты, не скупитесь на эмоции! Посмотрите вот на носик ведомого, ведущего. Видите вот эти вот обтекатели, такие как вот рыба-меч, ой, рыба-молот, да, только вертикально расположенные. Ну вот у второго под фюзеляжем там это все. У кого есть хорошая оптика, вы как раз сможете рассмотреть. Вождение заранее заданного объекта. Широкополосная служебная или телеметрическая информация в реальном масштабе времени посредством широкополосной линии связи передается на наземный пункт управления с дальнейшей трансляцией. Оцените, вот на какой минимальной скорости может лететь этот биплан. Сейчас я подойду к нашему руководителю полетов и спрошу, какая скорость сию у этого самолета. Пока 100. Вот сейчас он уменьшает еще скорость, тормозится против ветра. Ну вот уже и 60 км в час. Как вы считаете, это, я думаю, очень полезное качество для самолета малой авиации, который выполняет... Ну, вы помните, у нас были такие местные воздушные линии, на которых летали самолеты АН-2. И, наверное, вот молодые люди, наверное, с мощностью на валу 1100 лошадиных сил. Посмотрите, практически не слышно воздушную работу воздушного винта и двигателя, да? Минимальная скорость сейчас опять 60, ну все, 60 км в час, так и висит тут он, прекрасно. Просто превосходно. Использование данного двигателя, сказать, то есть в грузовом варианте до 3 LD контейнеров. Самолет оборудован стеклянной кабиной, как я уже говорил, глаз-кокпит. И имеет экипаж из 2 летчиков, современным пилотажно-навигационным комплексом, позволяющий выполнять полеты днем и ночью, как по приборам, так и по правилам визуальных полетов. Используемые шасси с пневматиками низкого давления. Гарри Гиаркова и Александра Жданова. Фристайл, высший пилотаж программы чемпионата мира на вертолете Ми-2. Воронку выполняет Гарри. Экипаж представляет Центральный аэроклуб имени Чкалова ДОСААФ России, город Москва. И, кстати, Гарри является начальником Центрального аэроклуба имени Чкалова. Итак, воронку на хвосте выполняет экипаж. Высший пилотаж на вертолете Ми-2. Аплодируем ребятам! Данный самолет запатентован и получил свидетельство летной годности. Все материалы, из которых он изготовлен, российского производства, отчего стоимость снизилась в 10 раз по сравнению с зарубежными аналогами. И производство этих самолетов 400 километров. Ну что ж, конечно, это очевидные успехи, это очевидные, будем так говорить, преимущества данной реконструкции. Единственное, конечно, меня смущает все-таки АШ-62ИР. Ну, я, в общем-то, на этом авиасалоне не эксперт и не покупатель, поэтому мое мнение вы в расчет, пожалуйста, не берите. А самолеты очень интересные. Посмотрите, в общем-то, отошли от традиционной схемы, которая была присуща возможностях этого самолета. Итак, вот я... Вам еще дополнительно вот что скажу. Значит,
Максимальная горизонтальная скорость увеличилась до 230 км в час. Максимально допустимая скорость планирования тоже увеличена 250 км в час. Ну, опять же, сравним, да, крейсерская скорость у АН-2 180, здесь она увеличена до 230. Вертикальная скорость... Нет, это прекрасно, а не опасно. Смотри, как набор высоты на вертикали с поворотом. Летчики видят вас, всех, кто болеет за авиаторов. Ваши аплодисменты! Ну, я вижу, начинается у нас приготовление. МиГ покидает нашу стартовую решетку. МиГ-29 не стал дрифтовать. Первым сейчас покидает взлетно-посадочную полосу, готовится к старту. За ним будут покидать и остальные участники команды авиаторов и далее команды Йокохамы. Старт! Итак, формула. Форсаж включен. 600 килограмм. 250 на санкции. Классическая динамика. Вот так вот. Выход со снижением. Тут, конечно, трудно самому быстрому сегодня здесь автомобилю соперничать с великолепным фронтовым истребителем. Перекладочка влево и проход. Да, дорогие друзья, конечно, дистанция 1,5 километра. Единственное, на что я рассчитываю, на что надеется команда Йокохама, это то, что для разворота сэкономить дистанцию. Вот посмотрите, формула выходит вперед. Да, Егор Оружев пристрелялся к дистанции, что называется. И сейчас выходит в лидер этого заезда. Егор Оружев, парень, который уверенно идет по стопам Даниила Квята. Который... Вот перекладочка влево. И давайте посмотрим. Да вся формула вместе с пилотом весит 600 килограмм. Про какие тонны тяги вы говорите? Если эти двигатели поставить на формулу, она же просто улетит к Марсу. Самый обычный, так сказать, строевой рядовой самолет с обычными двигателями. Ну, у нас автомобиль тоже абсолютно рядовой, который в российские цета. И сейчас смотрите, крайний вираж. И сейчас все аплодисменты. МиГ-29, болеем за него! Ну а мы болеем за Егора Оружева, за рулем Формулы-3. Никаких шансов! На старт-финиш, ну да, дорогие друзья. МиГ-26Т2 сопровождает его наследники знаменитой восьмерки Ми-17В5 и новейший Ми-38. Также в строю новая учебная парта наших курсантов, будущих вертолетчиков, вертолет «Ансар», К-226Т, Ми-8 АМТШ-В, К-32А-11БС, конечно же, знаменитый грозный аллигатор К-52 и наследник знаменитого крокодила Ми-35М. Встречайте летчиков! Видят вас прекрасно, как они проходят не спеша. Смотрите, какая красота у нас здесь. Сегодня показа. Дружинники Нивы, конечно же, воздушные солдаты. Без светодиодной машины небо Нивы сегодня представить просто невозможно. Это вертолеты России! Москва, я даю комментарии вот этого замечательного пилотажа К-52 человека, который руководит воздушным парадом над Кремлем. Полковник Александр Александрович Ещенко. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники. Продолжает славный прокатер. Пилотирует машину командир, летчик-испытатель первого класса Синиченко Александр. Поклон зрителям, приветствую пилотов. Для вас выполняется смещение вправо с максимальными параметрами. Движение на квадр, друзья, посмотрите, что вытворяет в небе этот прекрасный боевой вертолет К-52 «Аллигатор». Смещение боком, скорость 100 км в час. Вращение влево, перевод, навигирование, развод скорости для вас сегодня. Вы там немножко пасмурном небе. Сегодня, надеюсь, вашими аплодисментами. И винтокрылые машины нам в этом помогут. Мы разгоним эти грозные тучи. И наконец-то сияет солнце.
Смещение назад, дорогие друзья. Сложнейшие структуры высшего пилотажа сейчас для вас выполняет Александр на вертолете Камень-2. Разор скорости, горка, котел, смещение градусов. Поворот на горке для вас. Грациозно и четко выполняет высшие фигуры пилотажа. Вертолет 52, горка 60. Поворот на горке и снижение навигирования разгон скорости. В этом прекрасном мирном небе аэродрома имени Громова выполняет пилотаж мощная боевая машина К-52. Воронка с переходом восходящая спираль для вас, дорогие друзья, выполняется. Посмотрите, как легко и грациозно эта грозная боевая машина валисирует, можно сказать, в этом прекрасном небе. Набор высоты на максимальных параметрах вертикальной скорости с левым вращением для вас, дорогие друзья. Перевод на весеннее, скорость 0, высота постоянная. И левый разворотом со снижением скорости, выход в точку показа, дорогие друзья, для вас вертолет К-52. Это грозная боевая машина, демонстрирует сейчас высокие легкие характеристики, дорогие друзья. В мирном небе аэродрома Раменское. А все эти фигуры при необходимости могут быть использованы для поддержки в любых войсковых операциях, дорогие друзья. Посмотрите, летчик махает вам.
осматривая окрестности этого замечательного и великого аэродрома. Не попрощался, он сказал вам до свидания. В авиации никогда не говорят прощайте. До свидания, дорогие друзья. Это вертолеты России Би-26. Александр Климов и Сергей Маслов. Аплодисменты героям России. И в разворот справа к левому пошел 114. Итак, в воздухе уникальное воздушное судно научно-производственного предприятия «Радар ММС России». Итак, что же делает этот прекрасный самолет? Вот, но сейчас покачивает крыльями и приветствует вас. Я думаю, самое время поднять вверх руки и тоже поприветствовать наших летчиков. Итак, его задача. Экологический мониторинг, ледовая разведка, обнаружение, оценка и контроль очагов и масштабов стихийных бедствий, наводнений, пожаров, утечки нефтепродуктов. Разведка полезных ископаемых, мониторинг транспортных потоков, проведение поисковых и обеспечение аварийно-спасательных работ, а также множество других задач. Летающая лаборатория предприятия «Радар ММС» отвечает всем современным авиационным требованиям. Она оснащена цифровым пилотажно-навигационным комплексом, бортовым радиоэлектронным оборудованием различного назначения, которое обеспечивает решение критических задач на высотах до 7500 метров и продолжительности полета до 10 часов при скорости 550 км в час. На борту летающего аппарата установлено наблюдение. Аппаратура телеметрических измерений, радиолокационные комплексы кругового и секторного, обзоров метрового, сантиметрового и миллиметрового диапазона. Аппаратура широкополосной, воспроизводство линии передачи данных. Многолетний опыт эксплуатации летающей лаборатории позволил научно-производственному предприятию для вас зеркало. Аплодируем! Сейчас прием на полете. Огневое вооружение и любое другое самолет способен работать по земле. И вот
что смотрят, какой мост поступили перед вами. Более опытные слева направо. И мы ожидаем появления такого насыщенного, прекрасного дыма. Вот он. Высокой надежностью и очень большим ресурсом. Цепляем данными, как мы сейчас в нижний край области. Снижение. Василий Севастьянов, Андрей Воропаев прямо перед вами выполняют бочку. И пошел вираж направо. Вот перед вами Роман Таскаев и Олег Кононенко. Бегут по ВПП. Второй машины. Яковлевцев. Красный Яков 130. В настоящее время корпорация обеспечивает контракт на поставки Министерства обороны России. 55 самолетов Як-130. Выполняется на Яке. Погасили скорость, вышли на минимальную. Сейчас. Прекрасная музыка, прекрасный пилотаж. И вновь в перевернутом полете Василий Севастьянов и Андрей Воропаев. Леонид Викторович Чекунов! Приветствуем Суперджет! Стоп! Дорогие друзья, короткий разбег! Стремительный взлет, и самолет уже в воздухе. Ну что еще сказать? Вот он в вираже, с креном 80 градусов. И вираж-то у него, посмотрите, какой. Видел? И более. Вот сейчас получается на километр максимум, а то и меньше. Там гражданские самолеты Сухого. Сухой Суперджет выполняет полеты на рейсах таких авиакомпаний, как Аэрофлот, Газпром, Якутия, Центр Юг. Большие финансы, можно делать, говорю, в таких случаях, что
выходит на минутную секунду. Наверняка многие видели, да вы в новостях отметили, как в центре Москвы порой вот такие машины совершают посадки. Буквально нужно проверку с них проводку. Только растирают витокрилореакции, способны на такие вещи. И сегодня у нас там демонстрирует Сергей Голоденко и... Сейчас уже дивизионные бригады, находящиеся в вертолете, приступают к срочным действиям, которые возможно выполнят тем оборудованием, которое разложили в вертолетах, чтобы обеспечить жизнь этих пострадавших людей. И вот уже прошло 3,5 минуты заряда, и мы аплодируем. Великолепные работы летчиков, их мастерство. Наши ментальные практически, которые смотрят и уходят. Каждая секунда дороги, учитывая сложные условия города, должен точно пройти в то, что помогало. Но мы сейчас справа наблюдаем его очень хорошо.
честный, открытый человек. Смотрите, что он может говорить, когда в руках у него такая прекрасная машина пятого поколения. А почувствовал он бледный комбинезон, надел противоперегрузочный костюм, шлем. И вот сейчас тихо-тихо пилотирует чуть поодаль для того, чтобы вы планировали его друзья. Сергей, как там у нас Сергей?
пошли. 50 градусов. Внимание, друзья мои, солдаты с собой. 50. 1. Касание быстрое. Сергей Пенцев уже принесет. Даша объяснил то, что я чувствую, потому что он хотел показать максимум возможности этого самолета. И тем не менее, давайте поблагодарим. Это не просто было. Поприветствую вас, друзья. Сказал добрые, теплые слова. Мы говорим про встречу Сергей в этом праздничном дне. Ревнуй, Сергей, остановился, развернулся к нам. Давайте помашем и посмотрим. Я тебе вообще помню, если мы... Радио глушит. Типа, знаешь... Я тоже, как бы, я не знаю, как бы, что-то... Я тоже, как бы,